С сегодняшнего дня на всей территории республики полностью завершена навигация для маломерных судов. Моторные лодки и катера, используемые в некоммерческих целях, перестанут курсировать в Хангаласском, Намском, Горном, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Алекминском, Ленском районах, в Якутске и Жатае. В этот период необходимо провести тщательное обслуживание и консервацию маломерных судов, определить их на зимнее хранение и безопасный отстой. В случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность. В Хангаласском улусе на протяжении всего осенне-зимнего периода будет осуществляться мониторинг водных объектов. Гимск напоминает жителям и гостям республики о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах в осенний период. Помните, после закрытия навигации выход маломерных судов на водных объектов запрещен. Обледенение судна приводит к потере устойчивости и опрокидыванию судна. Берегите себя и близких.